Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем проходить цветение. Сегодня у нас по плану зачистка утробы ломашту. Зачистим утробу. Ну, я надеюсь. Или утроба зачистит нас. В принципе, тут ничего такого прямо жестокого нету. Есть куча паучков. Паучки, не сказать, чтобы совсем уж там жесткие были, обычные паучки. Из минусов у них... На них висит маскировка, и поэтому мы по ним будем периодически промахиваться. Также в локации бегает несколько... Несколько пачек гоблинов. Стараемся быстренько со всем этим прахом разобраться. Очень мне не хватает поясов с бафами характеристик. Этому господину давайте сейчас запустим посох. Я забыл продать себе парафлот, что ж такое-то. Так, посох забухили, отлично. Что тут есть? Монастырская кама. Так, все накидали, да? Да. Ну, инвиз кидать пока не будем. Ну, хотя можно кинуть. Давайте кинем вот это. Вот это фигня. Короче, забафаемся. О, фунды. Там посмотрим. Он тут просто гоблины, давайте просто убьем спокойно. Так, тебе поставим вот это, потому что ты нас не тратил на гоблинов заклинашки. Так, тут, по идее, должен был быть мувик с господином Регонгаром. Этим господином Кестином, но поскольку мы играем за доброго персонажа, тут где-то ловушечка. Ой, видишь ловушечку? Работала.
возможно. Добиваем тут несчастных паучков. Почему-то паучки отрезаются. Так, все, паучки. Пойдем теперь убьем слизняка. Так, слизняк кидает кислоту, поэтому забафаемся ненадолго. Так, тут чё? Надо убить красного колпачка. А вот он бегает, пес. Ну-ка, иди сюда. А, я забыл еще и забыть. Сейчас нас ждет целая толпа паучков, поэтому... Сразу обезвредим эту дурацкую ловушку. Включаем ауру. Подходим. На тебе. Так, ну тут, по-моему, наиболее профитно вот так кидать. Песенку. Очень там страшно. Пучки страдают. Давайте быстро пучка бахнем. Быстро. Ой. Ну, вы сами как бы все видите. Что тут происходит? Следующую ловушку открываем. Ну что, что, что? Она два раза кинула единичку, вы представляете?
три раза подряд единичка. Ну что это? Что это? Это вообще честно по-ихнему? Почему три раза подряд ты единичка? Я не знаю. Так, ты кинь себя в эту фигню. Фу. Ты кинул на себя эту фигню? Так, паучки сейчас со всех сторон пойдут, да? Ну, конечно, пойдут со всех сторон. Почему бы не пойти со всех сторон, если можно со всех сторон пойти, правильно? Правильно. Тогда просто отходим. Чтобы покрыть ребята с агрессией наших танков. Тут можно даже приговорчик включить. Так, эта мразь хочет убить нашу бомбочку. Я прям чувствую. Смотри, что творят, а. Так, давайте походим после господина Регонгара. Так, у тебя включено. Давай. Спасибо, Мурья. Поднимись, пожалуйста. Госпожа бомбочка, отойдите вот сюда и кидьте на нас хастик. Смотрите, что творят, а? Ой. Так, ну все. Так, включаем песенку. Давай, бомбочка. Оп. Палач. Фальката. Что значит яростная фальката? Яростное оружие, когда он находится... Ага. А это для челика, который может скастовать на себе ярость. У нас таких нет. Так. Тут осталось. Тут осталось последнее пачка очков. С списком, да. У нас, кстати, заканчивается время действия заклинашек, поэтому. Все, все очистили.
такая легкая кирка плюс три. Прикольная фигня, использовать мы ее, конечно же, не будем. Критический удар x4. Чувствуете? Чувствуете эту мощь? Дик. Я что-то не очень чувствую. Так, давайте забираем всякое барахло. Пойдем сейчас поспим. Заново обкастуемся и пройдем уже эту... Собака пытается прыгнуть с дивана. Ну, я вот чувствую, что партия рынжевичков тут бы, конечно, получила по щам. Не кисло так. Ну, потому что... Поди ты, распыли такое количество паучков на старте. Чтобы она не отошла. Так, тут какие-то стандартные ящики отъедали. Невидимые. А, добрую надежду. Когда у нас уже закончится это давайте кинем защиту от огня. Я не помню, если тут огонь. Так. Снова обузим посох наш. Даже не может ее использовать, представляете? А, кстати, мы можем использовать куприво в хинге. Так, развитие класса. А когда у нас там следующая черта? Изучить цель. А у нас есть пролом защиты? Способности. Пролом защиты есть. Тогда дальше берем дуалы на этих вот дурачках. Нам добавят немножечко ДПСика. Так, ну как ее зовут-то, НПС пока не будем кидать.
хорошо. Идем начищать эту пещерку. Насколько я помню, у нас остается только еще паучки. Забыл я выпить мутагенчики, но это очень страшно. Ой. Так, все равно не можешь. Так. Я могу судить, опять же, выпить, не тянуть вот такую бомбочку сразу по всем. А тут начинаем пугать паучков. Подходим. Так, ну теперь уже можно кидать эту бомбочку. Так, надо переключиться в минуте. Что тут? Кому-нибудь можно пробить 4 раза? Нет. Два раза по двоечке, разочек по единичке, все как мы любим. А, пилум плюс 2. Вот, кстати, мы нашли метательное. Нет. Ой. Бомбочка. У меня для тебя задание. Надо попробовать открыть вон тот сундучок. Так, будет быстрее. Все? Или что-то еще? Кто-то опять застрял. Вроде столько паучков убили, а почти не получили экспы. Что у нас тут? Только активные соратники. Ну, понятно. Так, братишка, давай-ка ты вылечишь танкетку. Ты давай кидай вот эту. Давайте сразу обезвредим. Тут вот будем на оперативный простор. Ну,
песню, я прям не помню, чтобы она на паучков действовала, но... ловушку. Вспоминаем паучков несчастных. Шамам по посохам плюс 5. Один реконгард. Ходи, пожалуйста, попозже. Видите вообще, сколько дамага наносит наш алхимик? Сравните это с единичным фаерболом, который кидается один раз за раунд, все время разбивается от спас-бросок реакции. Как бы его еще кинуть нужно так, чтобы себя не задеть. Надо подумать, чтобы себя не убить. Так, еще один этот меж. Смогли открыть. Мы не можем отдыхать, когда рядом враги. Ой. Ой. Ну что это? Что это? Нет. Только не её. Блин, ну походу вафли нашей и вунги. Вероятность того, что ее пощадят, крайне мала. Не убивайте девочку, нет, пощади. Черт. Вот же мразь, а. Грохнул нам девочку. Этот еще застрял. Пойдемте купим себе, блин. А чё купим? У нас никто не может воскрешать мертвых, нам придется тащить сейчас в столичку. Ой, как же горит, да, господи. Из-за этого я ненавижу вот этих вот силовые билды. Вот буквально чуть-чуть нафелишь с позиционированием, и силовички сдохнут. Thank you.
надо на ком-то прокачать использование магических предметов. Наверное, на девочке Барте. Мы качаем какую-то атлетику бесполезную. Чтобы хотя бы воскрешать этих мертвецов. Продаст там абсент. Ты? Давайте продаем всякое барахло. Почему нас сюда отправили? Не знаю, а зачем я сюда зашел? Тоже не знаю. Вот у нас тут сундучок остался, да? Не вскрытый. Вскроем. Тут, скорее всего, что-то полезное в скобочках. Я передумал. Ладно, на обратном пути вскроем. Если не забудем. Клятые красные колпаки, как я их ненавижу. Мерзкие феи. Прошли 15 часов. Канцлер еще ждет нас. Че она нам скажет, что... что все плохо, и столицу напали. Ёшкин крот. Пока же мы не закончим эту фигню, у нас столица будет такая, да. Ладно. Изменение 10 часов продолжить. Конечно, продолжить. Конечно. Ребята, что-то подгорает. Вот так, на полшишечки. Счастье у нас есть. Жрец. Нам нужно свиток возвращения к жизни. Давайте два купим. Что тут осталось-то? Пойдёте, стой!
найдем середину карты. Сейчас поднимем нашу девочку, да? Наша девочка поднялась за пределами карты, я понял. Идем на угодье для королевской охоты. Как же горит-то, господи! А тут 2 числа выходит новая часть Pathfinder'а. Там, конечно же, багов не будет, но где будем играть. Ой, я уже предвкушаю. Чувствуете? Чувствуете этот геймплей? Ой, это увлекательная игра без сохранений. Ой, какой же кайф. Особенно здорово играть в режиме последнего Альзанта, когда еще сейвы карабкаются. Представляете, вы купили свиток воскрешения, кинули его, а персонаж не воскрес. Вот Кен. Так, ну мы вроде ее как нашли. Вию, к сожалению, она поднялась и воскресилась под землей. Спокойно. Ну, логично, ее убили в пещере, поэтому поднялась она под землей. Тут вот она где-то поднялась. Давайте сюда подойдем. О, да! Смотрите, она встала! Вот же она! Первый раз, а ты нельзя было так сделать, да? Нужно было обязательно подождать, пока мы придем на большую локацию. Кинем. Воскрешение. На персонажа. И чтобы мы видели, где он поднимается. Потому что если мы его не видим, он не поднимется, он останется лежать. И будет как рыба плавать по земле, под землей не сможет ничего делать. Вот что я люблю. Так, бесполезная кнопка иди сюда. Давайте поспим. Блин, я еще забыл рационы поставить, господи. Труболома что? Это нам подходит. Девочка в бессилии. Что там опять что-то провалили, да? Видно на круги. Здесь мы ничего не можем сделать. Девочка почему-то не выспалась. Что происходит? Я понял. Надеюсь, она не умрет, когда мы сюда войдем. Thank you.
Из-за этой фигни я и не люблю Гнатоген. Сейчас еще небось ее снимется вместо... Мы не можем путешествовать, так как бомбы несет слишком много. Я понял. Отдых займет один день. Сейчас на нас нападут на пути. Пауки. Я окончательно сгорю. Нет, смотрите-ка. Паучки нас пощадили. Вот это да. Ну тут у нас сейчас будет мощная атака. Потом у нас будет удар пирамии. Дальше возьмем карнугонский удар. Если бы у нас было длинное оружие, имело бы смысл взять фиты на рубящий удар, но поскольку у нас посох, нам проще чувачков так избивать. А, так, начинаем. Так, я помню эти приколы, поэтому... Пучков. Ой. Тут же эти мерзкие. Мерзкие пучки. Thank you.
Так. Пучков мы избавили сегодня. Да, ой, тебе, господи, слава богу. Первородная паучиха матриарх. Ничего себе. Так, а она меня не убьет вообще, эта мразь-то? Что вафля это включить прятку. Вот. Учись избавились. Сейчас удар молнии. Так, грибы нам не нужны. Кем? Вот сюда. Так, включи, пожалуйста, свою песенку. Ой, пять так это меня вылезла. Только не буду. Да что ж такое-то? Нет, только не война.
братишка, держись. Я ее вылечил, нет! Так, пояс физических ловкости и выносливости. Это то, что нам надо. Держи. Оп. Так. 4 ловкости выносливости. 4 ловкости выносливости. Девочка. Так. Так, ладно, господа, на этом мы закончим сегодня. Я что-то тут встал. Всем спасибо. Всем пока.